Кырымда көй қожалық сасы инкишаф еткені себебінден бізім телегруппамыз Сақ шерінің бағайлы көйіндекі құш фермасына зиярет етті. Кырымда йолларының тегізділігі ең чезілмеген ве актуаль меселелерден бұрыдыр. Айлеви әкім ве тәжірибелі мусихасыз ақында мақсус лефамызны сейретіңіз. Ақшам шарифлеріңіз қайырлы болсын. Әзіз телесер жүйлер, сіз хабарлер информацион яйны сейретесіңіз. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Бүгін Қырым үкімет рейсінің ЭКЖИМ уавины Михаил Шеремет ве Руслан Бальбек Коктебель қасабасыны зиярет еттілер. Зиярет девамында үкімет векелері Клементьев төпелігінде болынып, Тихая бухта ве Коктебелінің ялысыны тешкірділер. Мында қанунсыз құрыжылықларыны йоқ етіп, илеридеки иншатларыны ресми шекілде алып бармаға мечбуриетіні белгіледілер. Коктебелден қайтып келген мұхбиріміз Левиза Сейдбилялова мақсус лефханы азырлады. Коктебель қасабасы әр-ел бенлерінен туристлеріні қабул әте. Ел-елдан деніз бойы чешіт құрыжылықларынен тола. Енді ісе инсанларының пляжда сербез түрмеге чарелері йоқ. Зиярет девамында акимиет векелері ялының кенарыны толысынен бақып чықты. Бір сыра гостиницы, ресторан и башқа мөйсеселер қанунсыз құрылған. Оларының сайплері қаш елдан берлі бұл құрыжылықлардан баяғы қазанды. Енді ісе яны үкімет бұл мәселені өз қолына алды. Распоряжение главы республики сказал на место выехать, разобраться с ситуацией. Как бы уже воочию убедиться, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. И действительно где-то ужаснулись масштабом, скажем так, застройки несанкционированной нашего побережья. Но, тем не менее, параллельно мы посмотрели как так называемый наш кластер развития Коктебеля, как курортного региона, в том числе и Тихой бухты. Биналарның ялыға яхын ерлішкені қара денізнің суларыны күрлете. Қораларының бойук саясы адамларға ялы бойында болынмаға кедер еті. Бұндан даға әрі шеер ішінде канализацион системасы чалышмай. Бұ себептен қасабаның бүтін қылымтылары тамам денізге кете. Енді тынч көрфесінді де биналарның толдырмаға башлай жақ еділер. Ама девлет тарафындан бұ кетешат незарет етілі. Қасаба мемуриеті бұ меселені чезмек азыр, ама үкіметнің қол тұтывыны беклей. Одна из задач, ну, скажем так, наверное, две задачи поездки. Одна разобраться с тем незаконным строительством и с теми зонами ограничения посещения людей. Это первая задача. Здесь самая главная политическая воля. Здесь, конечно, руководство Крыма нас укрепляет нашу политическую волю. А вторая задача – это определиться с перспективами развития такого имиджевого места, как Коктебель. И по результатам поездки, я уверен, что в правительстве Крыма будет разрабатываться концепция и видение развития этого замечательного участка Крымской земли. Бұндан да ғайры шақ сейн мөйесеселер қасабаның инкишафына ве абаданлыштыруына параны масырап етмеге азыр. Бұ меселенен бағлы мақсус тәшкіл оныңған программада бар. Нам нужно это все возродить, сделать в доступной форме, чтобы мы не навредили ни экологии, ни тем людям, которые здесь живут. Причем непосредственно участие в этом проекте будут как раз принимать и местные люди. Жители. Да. Под это все дело будет разработан инвестиционный проект. Это народное инвестирование, там где люди, которые здесь живут, они будут непосредственно выступать в качестве и инвесторов и получат рабочие места. Крым вице-премьер Назир Руслан Бальбек Коктебель қасабаның меселелерінен шахси таныш олып, бөле нәтижеге келді. Бүгінгі күнде тек конкрет әрекетлер или олған проблемаларны чезмек мүмкін. Курорт Коктебель должен быть не только привлекательным для наших гостей, но и комфортным для жизни наших крымчан. Да? То есть, во-первых, никаких заборов, никаких ограждений, которые в 100-метровой зоне. Здесь четко был дан посыл и поддержка в этой части органов местного самоуправления, чтобы на или порядок, потому что все заборы, они установлены незаконно. Те объекты в 100-метровой зоне, которые имеют правоустанавливающие документы, они достигались путем, скажем так, судебных решений, а это уже говорит о том, что использовались какие-то нетрадиционные методы воздействия, потому что все-таки законной формы получения правоустанавливающих документов не было и в рамках украинского законодательного поля. Иш зияреті девамында чиновниклер Клементий дағында да болындар. Анда эски аэродром ерлешіп тұра. Бұ комплекс қач елдан берлі қазайы алда болынмақта. Анда әм аэроплан, әм де парашют или учмаға мүмкін. Бұ аэродром та дженк вақытында шалышып тұра еді. Ама бүгінгі күнде оның толы шалышмасы ічін жидді малиеве ердім керектір. Коктебель қасабасында кечірілген бақуф сон кедегіл. Язға яқын бойле зияре да олажақ. Чүнгі қасабаның инкишафы ве абаданлаштыруы ендіден башлап, девлетінің шақси незаретін.
Қырымда йоларның тегізлігі ең чезілмеген ве актуал меселелерден бұрыдыр. Йолардаки чұқырлар бұйык нөвбетлеріні тұрғынлық ве қазаларға юз бере. Йолардаки вазиет құш мевсімінді дазияде кергінлеші. Қырым акимиеті бұ меселелеріні әр тарафлама чезмеге тұрыша. Ләкен меселелерінің бірден ғайып олынмасына ишанмақ доғыру дегілдір. Мевзуны Нариман Тарсинова дәвам әте. Ахмеджитнын бірчок шу жүмледен меркези соқықларында яғынақлар неті жесінде дерен чоқырлар пейда ола. Месалі ларақ Беспалова соқығында да чоқырлар мевджуттыр. Ал азырда Беспалова соқығында ерлішкен 28-інші мектепнің елары финалда бұлынмықта. Күн-күнден бұ чоқыр терінлешіп кенішмекте. Когда детей в школу ведем, тут такая пробка из-за этой дороги. И вы не видите, что ли, что какие пробки? Ну, конечно, вы не видите, вот аварийная ситуация, я остановился. Бундан хайры нақлие тұрхунлығы мевджут олқаны себебінден бұадес әтәлебілері үшін қавлыдыр. Қар яды девамлы яғанақлар сон, ел суфға тола дренаж меселесі қысмен чезілсе біле бүтінлі вазиетні дініштірмей. Аққан суфлар, ел чоқырларыны да Азияда қарап әті. Создаются аварийные ситуации, особенно ночью, когда встречная машина не видит, ослепляет и не видите, что здесь находится яма. Что, тихий ужас? Что можно сказать? По всему Симферополю. А больше тут просто комментариев нет. Дорога отвратительная и давно требует ремонта. Айны более вазиет Ахмеджетнын бұрчоқ дегер соқықларында да мевджуд. Более елардан жемаатнақ лиенін елджилар ве айдавджиларда итерас қозғалай. Здесь все время создана аварийная ситуация. Вот же сколько лет вот эти вот машины все время тут проехать не могут. И все время приедут там... Ямочный ремонт это сделают под водой, он не держится. Через неделю все это приходит в упадок. Вы сами видите, в каком состоянии находится дорога. В городе вообще невозможно нигде. Вот я сам автомобилист, у меня есть машина, но я выехать не могу. Посмотрите, что тут творится. Ахмеджиттеки йоларының қапсызлығы деп атақтымыздың юзі бежерілген коммуналь қызметлерінің ішіне бағлы қала. Нариман Тарсинова, Сетмемет Кукчиев, Максус хабарлер үшін. Қырымда соңғы вақытлары қой қожалық сасы инкишаф етмекте. Жұмхуриет акимиеті үшін Қырым истисалжыларына ярдым етілмесі емиетлі олды. Біздің телегруппамыз Сақ шерінің бағайлы көйінде ерлешкен құш фермасыны зиярет етті. Шеркет қырымлылар үшін кейфиетлері мақсулатыны истисал етмеге тұраша. Тасилатыжа біздің левхамызда. Остырылген құшлар үшін бұтын шарайтлер яратылған. Шыркет янынды натмаларыны ве ән яқшы техники әлетлеріні қулана. Фрунзе адына девлет құшчылық заводында айванларыны бақылығы бұтынлі автоматик шекелінде кечерілі. Селекцион эснасының инкишафы етілмесі нетежесінде заводта остырылген әрбір тавуқ елда 300-ге яқын немірта қозлай. С утра у нас происходит осмотр птицы. Проверяем обязательно водичку, выбираем слабую птичку и проверяем, как кормораздатчик раздал корм, чтобы не было нигде сбоя корма. Ну, это вот утрочный такой ритуал. Уже когда пойдет яйцо, тогда уже после всего этого осмотра начинается уже сбор яйца. Ну, а яйцо – это у нас, наша основная работа. Шеркет фаалиетіміздің НСС-ы истисал еткен мақсулатымыздың Русия, Хырым ве Хумшу девлетлеріне сатмақтыр. Деп қайдетті Фрунзе адына заводының сатылу ве әлме ішлері бойынша модерны муавины Ирина Спак. Племзавод имени Фрунзе является ведущим племенным предприятием Крыма и обеспечивает, может покрыть 100% потребность в суточных цыплятах, подрощенном молоднике, инкубационном яйце. Также мы являемся племенным заводом по разведению молочного скота. Помимо того, что мы комплектуем наше собственное стадо, мы занимаемся племпродажами. Продаем на сегодняшний день 20 нителей в пределах Крыма. Кефетлі мақсулатны остырмек үчін құшларыны белі бір вақытта ашатып ічіртмеге шартыр. Заводта құшларға оқадар мұқай давраналар ке, оларыны тек табей емішінен бақалар. Завод кендіні өз емнен теменлемек үчін мақсыз комбикорм цихыны құрды. Болелікне қырымлы истисалжылар өз мақсулатларыны қырымлылар үчін теміз ве кефетлі япқананы таздықламақталар. Фатимия Гаева, Алишер Алимов, хабарлер. Русия Федерациясы ве Венесуэланың президентлері Владимир Путин ве Николас Мадуро екі тарафлама көрішулері девамында чеші түрлі саларда олған ішбірлік лейхаларының тезлештірілуі аққында айтып энергетика мевзусыны мұзакер еттілер. Екі девлет арасында ең мұйым суалерден бұрысы Ермай чаршысының қорчалавы олды. Халқара хабарлері аққында Нәвбетте Келев қамыздан танышала білерсіңіз.
Саудия Арабистаны Иракнен алган сынырында 1000 километрлык дивар курачак. Девлеттин акимети сынырда 960 километр узунлугунда дивар курмага карарын алды. Буюк дивар лейхасы кора, эндек ве электрон системалардан ибарет болуп, ислам девлети байбеклерден корчолайжактыр. Бир кач күн эвелси курулай аткан диварга ислам девлети байбеклери тарапынан ужум этилген эди. Русия ве Танзания тыш ишлер назирлери Сергей Лавров ве Бернард Мембе эки тарафлы багылардын инкишаф перспективаларын ве Африкада болгон вазиятны музакере эттилер. Москвада өткөрүлгөн көрүшүүдө назирлер Русия ве Танзания арасындагы саясий, тижарет, иктисадий, гуманитар ве дигер салалардагы иш бирлигинин илеридеги инкишафын музакере эттилер. Москвага илки кере Дагыстандан Мухаммед пейгамбердин сачыны кетиреджектер. Бу акта Москва мусульманлары диний идаресинин матбуат кызметы билдирген. Мукаддес сад январынын 25-инде Крокус Сити Холл концерт залынын ФСНД нумайыш этилечек. Сач махсус кутуда кетирилип, аны буйутучу жамдан көрмөк мүмкүн болочактыр. 2014 жылынын Гиннес рекорд китабына кирсетилген эсас ырышме белгилүү болду. Бул ырышмени Русия Фринкенштайн такымы жаратты. Алар буюк шарап чапчак шеклинде тапалардан мозаиканы тертип эттилер. Мозаикада кадимий Юнан таңыры көрсөтүлгөн. Бундан да кайра Санкт-Петербург ве Бордо шаарларынын көрүнүшү тасвир этилген. Анын тертип этилмесине 285 бин тапа, яны пробка ве 270 кило туткалыш этилди. Бул ырышме интернет сайлоолор вастасы эле белгилүү болду. Кечкен сенинин жазында Фринкенштайнда мозаиканын тагдими болуп кечти. Лейханын муэллиф Сергей Сидоров ве Эльвира Газизавадыр. Дүнияда бирчок кадимий зенатлар бар. Бул эмеклердин бирси экимликтир. Ал азырда экимлик эң керектүү ве алижанап зенатлардан бирыдыр. Биз бул саада чалышкан айлевий экимлеринен субетлешмеге тырыштык. Эльвира Карабаш ойс касабасында эр бир курант аздасы үчүн ажеле жардымчысыдыр. Айлевий эким ве тежрибели мутехассыс эле Адиле Топчи субетлешти. Сарабуз касабасынын ерлик астаханесинде бирчок биздин ватандашларыбыз эким болуп чалыша. Бул экимлеринин бириси Эльвира Карабаштыр. Эльвира Ринатовна 25 жыл девамында инсандардын тедейлүүнө жардым эти. Многое очень зависит от мамочек, от самих больных пациентов, как они будут правильно выполнять назначение врача. То есть 80% выздоровления зависит от пациента. Врач только дает рекомендации и направления. Вы ответственности за свою жизнь перед Аллахом, да, а мы тоже и перед Аллахом, и перед прокурором мы не должны причинить вред. Оземек фалиеты девамында Эльвира ханым бирчок ицанларынын аятыны куртарды. Айлеви эким яны доган балаларындан башлап харпларга кадар жардым көстере. Дети болеют, сами болеем. Получается, самое главное, чтобы вовремя обратиться, чтобы вовремя можно было предотвратить любое заболевание дальнейшее, чтобы ничего не было, проблем чтобы не было никогда. Сразу звоним, советуемся, если необходимость есть, сразу приходят на месте и смотрят, что там, какие причины, что можно делать, объясняют. 3 месяца ребеночку, каждый месяц приходим на осмотр, все хорошо, если какие-то проблемы, могу всегда позвонить врачу, всегда подскажет, если надо, приедет на вызов, нас все устраивает. Эльвира Карабаш касабасында чалышканына бахмадан өз тежрибесини чешип зенат семинарлар ве конференцияларда жүксөтмөк тырыша. Лекин эң буюк тежрибе бул инсандардын алларына жидий жанашып, ватандашларыбыздын саалыктарын догру ве темелете деп элемектир. Экимнин айтканына көрө, халкыбыз не кадар саглам болсо, о кадар биздин келечегибиз де саглам ве темелүү болочактыр. Адиле Топчи, Алишер Алимов, Хаберлер. Бунынын жайынымыз соңуна жетти. Мен эсе сизге ээр атлык күндөрүн тилейм. Көрүшмөк үзрө, саалык не халыңыз.